после такого краткого вводного замечания о общих основах творения мира, вспомним о том, как мир был сотворен конкретно. Все, наверное, слышали историю о том, что мир был сотворен в течение 6 дней. В первый день был сотворен свет, знаменитый «Да будет свет», и стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и был день первый. Потом во второй день было сотворено небо. На третий день были сотворены море, суши, растения. На четвертый день сотворены солнечные, лунные светила, звезды, для того, чтобы различать день и ночь. И надо заметить, что тот свет, который был сотворен в начале, в первый день, он не есть вот солнечный свет, который мы все видим, потому что солнца как такового не было. Что это за свет, мы сейчас не будем говорить, хотя про это можно много сказать и с точки зрения науки, и с точки зрения духовной жизни. Но пока этот момент опустим. Просто надо различать, что солнечный свет и свет, который Бог сотворил в первый день творения, это не одно и то же. В пятый день творения были сотворены пресмыкающиеся и птицы, рыбы. А в шестой день творения были сотворены животные и венец всего существующего – человек. Вот 6 дней творения. Но нас больше всего, наверное, на сегодняшней беседе будет занимать день 7. О нем мы скажем чуть позже. А сегодня поговорим на очень такой интересный момент. Ну, во-первых, наверное, сейчас никому в голову не приходит думать или говорить о том, что вот те дни творения, которые есть в Библии, это те самые наши 24 часа, которые мы привыкли называть словом «день». Конечно, это не так, и, наверное, мало кто сейчас думает об этом. Речь идет о некоторых длительных промежутках времени, которые больше характеризуются греческим словом «эон» – «век». Хотя это, опять-таки, не наш век, 100 лет, это некоторый очень длительный промежуток времени. Об этом говорят не только сейчас, как некоторые думают, пытаясь корректировать библейское откровение, вот скоррелировать его с данными современной науки. Нет. Об этом говорил еще Василий Великий. А раз это более или менее продолжительные промежутки времени, значит, мир был создан не в раз, не сразу, не одним мгновением. А стало быть, Бог, когда вступает в процесс творения мира, он тем самым полагает начало какой-то длительности, какой-то протяженности, пространственности, какому-то вот более или менее длительному промежутку времени и какому-то количеству событий. Бог ничего не делает сразу. Это надо очень хорошо и четко помнить, когда мы относимся и пытаемся понять присутствие Бога в своей жизни. Мы часто думаем, почему вот сейчас Он каким-то образом не войдет в нашу жизнь, не явит свое присутствие, каким-то образом не изменит того, чего мы так долго от Него ждем, о чем порой Его просим, о чем мы Его молим, шепчем в наших молитвах. А Он на самом деле делает. Делает с помощью конкретных, порой незаметных обстоятельств нашей жизни, порой очень микроскопических, но глубоко проникающих изменений в нашей душе, изменений наших мыслей. Ничего не делается в раз. Сердце человеческое в раз не меняется. Оно постепенно, под действием благодати Божьей, оно творится, как был сотворен не в раз мир. То есть вся наша жизнь человеческая – это постепенное воздействие благодати Божьей на нас. И сразу ничего не происходит. Это нужно чувствовать, понимать и не торопить Бога, что Он чего-то не успевает, как нам кажется, сделать. Потому что процесс творчества – процесс медленный. И не потому, что Бог не может, а потому что Он своей бесконечностью, своей беспредельностью вмешивается в мир конечный,
в мир, в котором состоит из очень мелких, элементарных, микроскопических частиц. И этот мир, он, когда он переведен в бытие, уже подчиняется своим внутренним законам. И изменить эти законы Бог не хочет, не желает. Это некоторое самоограничение божественной свободы. Он сам хочет создать мир, который живет не по его законам, а по внутренним законам материального бытия. И в этом великая милость и любовь Божия, что вот он такой мир создает, как бы сам себя умаляя, сам себя ограничивая.